Right to Life presents. История этого пса началась с того, что его привезли в приют и бросили собственные хозяева. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как к приюту подъехала машина. Из нее вышел мужчина и вытащил с заднего сиденья собаку. Старательно привязал поводок к ручке двери и уехал. Пес рвался, что было сил, к машине и жалобно лаял, но этим людям было все равно. Они даже не потрудились зайти, просто бросили беднягу на произвол судьбы. По всей видимости, для спокойствия совести, им было достаточно бросить пса в таком состоянии возле приюта. Когда сотрудники приюта увидели пса, то схватились за голову. Собака была просто в ужасающем состоянии. С первого взгляда было видно, что она истощена и нормально не питалась уже давно. Псу взяли все необходимые анализы и провели осмотр. Все это время собака сидела, опустив голову, и по глазам было видно, что она плакала. Она поняла, что люди, которых, несмотря ни на что она любила, ее бросили. Вся кожа собаки была в шишках и покрыта корочками от запущенной формы чесотки. Чуть позже ветеринары установили, что шишки на теле собаки были от укусов пчел. Когда пришли результаты анализов, выяснилось, что у собаки еще и аутоиммунное заболевание. Нетрудно догадаться, что пес никогда не знал ласки и любви. Хозяева просто не занимались им и довели собаку почти до смерти. Чтобы их не мучила совесть, они не просто выбросили ее, а привезли к приюту. Чтобы другие решали за них проблемы, в которых виноваты они. Из-за истории с пчелами, пес получил кличку Стинг, что в переводе «жало». Ему предстоял долгий путь лечения и реабилитации. Каждый день волонтеры давали ему лекарства, мыли его специальными растворами. Стинг покорил в приюте всех. У него оказался просто потрясающий характер. Стингер – удивительная собака. Он любит всех, кого встречает. Он идеальный образец домашнего питомца, милый, смешной и полный жизни, рассказывают они. За все время лечения он обрел много новых друзей, и вот настал тот день, когда лечение закончилось. Вы только посмотрите на эту потрясающую трансформацию, разве можно в нем теперь узнать ту измученную больную собаку? Но настоящий подарок судьбы случился чуть позже. Стоило только выложить фото Стинга в сеть, как тут же нашлись люди, желающие его забрать к себе. Теперь пес живет у любящих хозяев, которые по-настоящему любят и ценят его. Пожелаем ему счастливой жизни. Дорогие друзья, если вам понравилась история о Стинге, поделитесь этой историей со своими друзьями, родными и близкими. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.